Салют, people! С вами Human, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации. Это оно. Ну что, друзья, похоже, у нас сегодня с вами день красных, поэтому поговорим о видеокартах AMD. В частности, начнем с вами о новенькой, потому что там слили информацию 7700 XT. Потом плавненько перейдем к обновленной версии Radeon'ов 6750 XT. Ну и под конец, естественно, рассмотрим ультрабюджетную видеокарточку RX 6400 XT. Погнали! Но прежде чем мы с вами начнем, стоит напомнить, что новая линейка AMD-шек, они будут работать на RDNA 3 как с монолитным, так и с мультичиплетной основой. А если говорить за чип, то вот, допустим, тот же Navi 33, в который будет присутствовать в видеокарточке 7700 XT, он является, скажем так, средним звеном среди своих собратьев. То есть, по большому счету, это обновленный чип Navi 21, да, топовый в свое время в своей линейке, который базируется, естественно, на RDNA 3 и на микроархитектуре TSMC на 6 нанометрах. С монолитным дизайном, естественно. Я, конечно, томить вас размерами не хотел, но все же, ребят, не могу не сказать. Примерно будет 360-460 миллиметров квадратных этот чип. Это на 11-30% меньше, чем в предыдущем Navi 21. Ну, то есть мы с вами говорим за площадь кристалла. Если что, Navi 21 используется в линейке RTX 6000 серии предыдущей, ну, пока что нынешней, в котором чип, сам кристалл, занимает 520 миллиметров квадратных. Итак, в общем, ключевыми особенностями нового 33-го Навика станут 6-нанометровый техузел TSMC с монолитным дизайном, графическое ядро RDNA 3, плюс сюда же мы можем вписывать и увеличенную такту частоту и повышенную эффективность. Также 8 гигабайт памяти DDR6 с оптимизацией для 128-битной шины, и как по мне это как-то, ну, печальненько, что 8 гиг, что шина. Тем не менее, производительность растеризации равна или даже выше, чем у RX 6900 XT, ну и пятое, куда лучшая производительность трассировки лучей, и даже на фоне 6900 XT, да. Вот и получается, что графический процессор Navi 33 будет, ну, по факту, основополагающим в RDNA 3. Ну, монолитному сегменту, естественно. То есть, получается, здесь у нас всего один кристалл. А сейчас полагаю, что Navi будет иметь два шейдерных движка. И в каждом из которых будет два шейдерных массива. Короче, не буду вас грузить этими деталями, скажу немножко проще. Ранее ожидалось, что на борту здесь будет 5120 ядер. И если что, такое количество присутствовало в топе в предыдущей линейке, в нынешней RX 6900 XT. Так вот, это количество ванговали ранее, а теперь же говорят, что там будет 4096 ядер в новой RX 7700 XT. Так что пока что непонятно, это будет полностью новая конфигурация чипа или все-таки какая-то урезанная часть от Navi 33, где, естественно, получается отключен один WGP на каждом массиве шейдеров. Короче, по навикам там своя история, так что мы с вами будем смотреть по факту. Ну а пока что прервемся на рекламку, проект же должен существовать и двигаться вперед, а потом, естественно, мы с вами возвращаемся сразу к обновленной RX 6700 6750 XT. Я вам уже, ребятки, не раз в сюжетах говорил о том, что цены на видеокарты сейчас это лютая садомия в канале. Причем вне зависимости, какие у вас цели, если вы приобретаете себе GPU-шку. Ценник – самый основной параметр. Но есть и люди, которые, пытаясь даже заработать, пытаются давать рынку, ну, более-менее приемлемые и вкусные ценники. И вот, господа организовались и ввозят видеокарточки из Китая. Причем, как для людей, которым нужен именно опт, так и для людей, которым нужна розница. Ну, правда, от двух позиций. И, к слову, тут не только видеокарты, сюда можно вписать и центральные процессоры, и материнские платы, и другая периферия, и атрибутика, и так далее, касающаяся ПК. И, кстати, также тем, кому интересно, асики. Так что да, железо предлагается любого человеческого настроения. Здесь все время любые ваши желания и прямые заказы обсуждаются в индивидуальном порядке. Более того, представляет любого рода консультации, ну, по железу, не по железу тоже. Причем напрямую на русском языке, а не вот как это бывает, если вы там работали с Китаем, Alibaba, AliExpress и так далее. Ну, переводчики иногда тупит, особенно когда первоначальный продавец, китаец зачастую, он продает... пишет вам на китайском языке, и не всегда иероглифы переводятся корректно. То есть, если он пишет на английском, еще ладно. А здесь прям прямой нативный язык ваш. Более того, вы также можете созвониться по видеосвязи, что еще комфортнее, чем чат, потому что таким образом вы можете увидеть, с чем вы работаете и с кем вы работаете. Продукция, естественно, вся новая, ценники очень приятные, а если вы еще и товарища затащите в эту движуху, ну там, чтобы он тоже сделал заказ, то вы получите скидку здесь и сейчас. Не когда-то там в каком-то там заказе или каким-то бонусом, а прям по факту.
Сама же методология приобретения, она проста как 5 копеек. Вы изначально консультируетесь, задаете вопросы животрепещущие, которые вас очень сильно волнуют, причем любые, можете хотя бы даже поинтересоваться погодой в Китае, какой там был президент до этого. Далее происходит разговор и, скажем так, составление договора о купле и продаже. Ну а платить вы можете в своей национальной валюте, либо в USDT, что по мне даже как-то поудобнее. Само собой, перед отправкой вам сфотографируют, я думаю, можно даже попросить видео товара, которым вы будете пользоваться в перспективе, ну, для того, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, какие там, скажем так, серийные номера и так далее, чтобы прислали реально то, что вам фотографируют и снимают видео, а не понятно что. Ну и все, ждете от 12 до 16 дней, то есть технически пару недель. И потом, как всегда, балуйтесь либо в игрушки шпилите, либо майните, ну и либо и то, и другое. Так что, коль интересно, стучитесь ребятам в Telegram. Ссылочки оставляю в описании. Удачи! Теперь вернемся к реальному миру. Партнеры AMD, партнеры по плате, они уже сейчас готовятся к представлению новой обновленной линейки видеокарточек RX Radeon 6000 серии, так называемый Refresh. Сама движуха состоится 10 мая. И да, уже обозначена новая видеокарточка с очень легко запоминающимся названием. AX RX 6750 XT 12GB D6 3D HEOC. Сия пользовательская модель, она принадлежит PowerCover, ну а PowerCover принадлежит Tool Corporation. Так вот, информация об этой карте, хоть и очень скупая, она уже появилась 29 марта, то есть, ну, заранее. И здесь важный момент. Да, я понимаю, что мы с вами увидим только название видеокарты, технически мы увидим только, какое количество видеопамяти в ней присутствует, но поскольку эта инфа находится на проекте RRA, это о очень многом говорит. То есть они по большому счету являются большим гарантом. А они, ну, реально зачастую могут быть точнее, чем даже Евразийская экономическая комиссия. Так что выходит, что мы с вами ждем 6750 XT Radic с 12 гигами GDDR6. Если кто вдруг не в курсе, то обычная 6700 XT ванильная, в ней такое же количество гигабайт. Плюс в рефрешке, опять же, Navic 22 и 192 бита шина. Но есть характерное отличие от уже здесь, чип будет работать с 18 гигабитами в секунду. Так что получается, что у нас пропускная способность вырастет до 434 гигабайт в секунду, а это на 48 больше, чем в ванильной версии. Ну и как я вам сказал, релиз мы с вами ждем 10 мая, хотя ранее должна была выйти вся эта движуха 20 апреля, но пандемия в Китае ныне сейчас, коронавирус, COVID-19 немножко сдвинули планы. Ну и вишенка на сегодняшнем тортике. Это RX 6400, который выход уже скоро-скоро, но уже ее засветили. То есть да, явно завозы были уже давненько, есть все на складах. И это касается ребят из Сингапура, из проекта NVX System Integrators. То есть да, эти видеокарточки уже не просто есть на сайте, они их прям уже и продают. Я не всегда понимаю, каким образом все это получается, но тем не менее, на полке уже есть RX 6400 Aero ITX от MSI. Хотя, правды ради, стоит сказать, что мы с вами уже ранее видели китайский какой-то то ли ноунейм, то ли малоизвестный производитель, который уже, в принципе, продавал видеокарточку RX 6400, чтоб мне сегодня на RTX под конец прет. В итоге в Сингапуре данная карточка отдается за 349 сингапурских долларов, ну, если переводить в доллары США, то это где-то 255-256. Но стоит понимать, что реально RRC должна быть, ну, меньше, чем 200 баксов, потому что та же RX 6500 XT стоит 200. Ну и, ребят, вы должны понимать, что если вдруг хотите сэкономить, то 6400 XT это даже не бюджетная видеокарта, это ультрабюджетная видеокарта. Тут всего лишь 768 потоковых процессоров, всего лишь 4 гигабайта видеопамяти GDDR6 и шина в 64 бита. То есть, по большому счету, это не игровое решение, это, скажем так, условная затычка, которая, ну, может немножко больше в том случае, когда, я не знаю, допустим, ваша интегрированная графика от той же Intel Xe-LP или Vega AMD-шная, ну, не справляется с теми базовыми задачами, которые вам нужны. И вот тогда, возможно, да, 6400 вам пригодится. Кстати, я вам сказал то, что запуск будет у нас 10 мая, но как раз таки именно RX 6400 по какой-то причине релиз не перенесли. Логику не понимаю, может быть, перенесут, ну, потому что это странно. Тем не менее, пока что официально RX 6400 должна продаваться 20 мая. Апреля, а 10 мая все остальные. Ну, поглядим, посмотрим, как оно там будет на самом деле. На этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. С вами был, как всегда, Хьюман, и, как всегда, кайфовой вам игры.